Доброе утро всем казахстанцам и любителям велоспорта. Я Юрий Куличкин, массажист команды «Астана». Я хочу вам рассказать, с чего начинаются трудовые будни массажистов. Встаем мы в 7:30 утра, в 8 идем на завтрак и буквально 15-20 минут завтракаем и идем работать. Начинаем готовиться к завтрашнему этапу. То есть готовим бетоны, готовим сали, мальто и сумочки для питания. Три холодильника по 50 лят. Значит, это один холодильник в первую техничку, во вторую техничку тоже холодильник и на пункт питания, как говорится, третий холодильник. Все, получается у нас в гонке около 200 лят. У нас, значит, три вида напитков. То есть это есть саль, мы отмечаем буквой С, это специальный напиток, то есть вот это карбогидраты, специально засыпается одна ложечка, и, как говорится, этого хватает, то есть довольно так насыщенная такая смесь, она и сладкая, и вкусная, и энергетическая. Потом есть такое мальто-дестрино, то есть это вот у нас такой вот, как говорится, продукт фирмы «Намед». Она тоже очень богата минералами, салями, то есть, потому что при жаре с организма вымывается очень много, так сказать, полезных веществ. И, как говорится, чтобы гонщик восполнял, он должен вот это обязательно пить. То есть по 2-3 фляги минимум пьется. Ну, естественно, как говорится, вода – это жизнь. То есть пьют много воды. То есть до 7-8 бочков за один этап. У нас есть еще... У массажистов кухня, мы здесь гонщикам варим определенную еду, то есть это вот типа ризотто, только оно сладкое. В данный момент это, как говорится, только варится, потом ложится в специальную, так сказать, пакет, замораживается и режется, и заворачивается в фольгу. И, естественно, тоже это попадает на, так сказать, на пункт питания. Поэтому это чисто... Как говорится, продукт нашего изобретения. Но гонщики тоже очень любят. Мы продолжаем репортажи о трудовых буднях команды массажистов. Сегодня мы находимся на пункте питания. И хочу рассказать, что чем кормим мы гонщиков. Значит, вот еда подается вот в такой сумочке, называется мюзетта. То есть в нее складываются булочки, питание, джель, барет и кока-кола. Саль и вода. Сегодня этап длинный и решили положить по 2 геля. То есть, и гонщики все любят сладкое, поэтому все это запивают кока-колой. После финиша гонщики приезжают в отель и начинаем делать массаж. Вот в данный момент у меня лежит Бахтияр Кожатаев, как говорится, наша восходящая звезда казахстанского велоспорта. Он сегодня очень устал, потому что ноги болят неимоверно. Сегодня был длинный этап, 222 километра, еще и 9 нейтральный, поэтому попросту 230 километров, и все. Вот. Массаж длится в течение часа на одного спортсмена, я вот делаю двоих. Поэтому как бы процедура довольно длительная, поэтому требует больших физических затрат. Ну, как говорится, работаем. Там наш рабочий день заканчивается. До свидания. Болейте за Астану.